Дорогие друзья, теперь будем делать обзор Fiat 500. Очень маленькая машина, супер электрика. В Европе очень популярна. Теперь внутрь буду показать. Если у вас будут дети, можно сзади. Можно сзади тоже взять. Но для взрослого человека это очень тесно. Итак, бисмиллях. Что есть у нас? И вот так выглядит Fiat 500. Самая дешевая и очень хозяйственная машина. Монитор. И самое главное, здесь что там? Здесь тоже электрика. И старт-стоп находится здесь. Итак, включили. Чтобы назад брать, там все буквы здесь. Да, вперед. Return назад. Вот это паркинг и нейтральный. И вот это всегда надо учтить. Торможение надо оттормаживать. Такое жарко сейчас во Франции. 44 градуса. Очень жарко, друзья. Очень жарко. И в таком состоянии мы грузимся. Идет загрузка во Франции, друзья. Смотрите, маленькие машины. Бардачка, все там есть. Смотрите, друзья, как едет. Супер машина. Смотрите, друзья. Бар, все супер. Бардачок тоже очень красивый, друзья. Что мы будем делать теперь? Теперь будем делать загружимся машинами. Итак. Бисмиллях рахман рахим. Там провал, и на провал мы запустили. И теперь будем на парковку. Дверь закрыть. Супер. Главное, не забудь ключи, друзья. Вот он, ключи. Всем всего доброго. Подпишитесь на мой канал. Я вам буду показать самое лучшее видео, касающееся на автовоз. Обновили. Subscribe my channel.